Загадка дыры! В поселке уже давно не водятся волки, но здесь, под этой неприметной вышкой 5G, находится ракетно-пусковая установка секретной правительственной дачи СССР. Здесь еще тогда, в 80-е годы, была дача Горбачева. Итак, вот за этим забором находится неприметный белый холм, но под ним находится секретное ядерное бомбоубежище с полным комфортом для проживания первого и последнего президента СССР. Итак, о секретных правительственных дачах в программе «Загадка дыры». Итак, мы приближаемся к входу. На входе трансформаторная будка на 3000 мегавольт. Ведь этот бункер потреблял огромное количество электроэнергии. Для него даже была построена секретная атомная электростанция. Сейчас вся проводка полностью переведена на местную электросеть. Но здесь находится табличка, на которой написан весь вольтаж, который поступал сюда. 3000 мегавольт. И вот он. Вход. Неприметный забанный колючей проволокой. Но что я бросаю в глаза? Пропускной пункт. Ангар с БТРом. Написано. Санитарная зона, посторонний вход запрещен. Под прикрытием водоканальных служб. Здесь находится гигантский бункер. Итак, секретный материал. Бункер Горбачева. Итак, что мы видим? Огромный бетонный монолит. Но кажется, нас уже заметили местные собаки-терминаторы. Нам пора бежать. Подробнее о секретных бункерах в программе «Загадка дыры».